Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна. И, как и обещала, получив свой автозаказ, я снимаю для вас отзыв на пижаму из новой домашней коллекции компании Faberlic. Прежде чем говорить непосредственно о данном комплекте, я хочу сказать вам о своей ночнушке, обзор которой я выкладывала уже раньше. Моя ночнушка прекрасно пережила стирку. Я вам скажу, хотя на этикетке написано «стирать при температуре 30 градусов», но я всегда полотенце стираю при 40 градусах, и поэтому мне не хочется отдельно на руках еще стирать ночнушку. Я положила ее в мешок для стирки деликатных тканей и закинула в стирку вместе с полотенцами. В общем, стирала я ее на режиме хлопок, 40 градусов, и стиралась она у меня час 47. Ткань не полиняла, не растянулась, не деформировалась никак, потому что мне и в комментариях писали, и обзор я видела о том, что темные вещи, они линяют. Да, вот, видите, кефирчик тоже так думает, что темные вещи, они линяют. Но моя ночнушка, она не полиняла. Единственное, что с ней случилось, так скажем, это на темной ткани появились вот такие вот белые ворсинки, да, светлые ворсинки. Причем, видите, на цветочке они незаметны, а на светлой ткани они заметны все-таки, так вот при ближайшем рассмотрении. Но мягкость ткани, ее формы никак не пострадали. В принципе, это вискоза, да, домашняя такая, мягкая. Поэтому я, в принципе, не удивлена, что появились вот такие ворсинки. Я полагаю, что и на данном комплекте они тоже появятся. Но меня как-то это не особо расстраивает, если честно. Главное, что мне вещи очень нравятся, они мне к душе пришлись. Итак, ну давайте поподробнее о данном комплекте. Это размер M. Мои параметры... 88, 67, 98, и мой рост 180 сантиметров, и вот эти шорты, видите, мне вот такой длины. Носить их можно как повыше на талии, можно их носить на бедрах, здесь очень эластичная резинка мягкая, которая никак не сдавливает и ничего не пережимает, и шорты, и футболка у меня в размере M. И шорты, и футболка изготовлены из вискозы 92% и 8% эластан. В общем-то, мне данные вещи нравятся, они мне пришлись в пору, они мне пришлись к душе. Очень комфортная ткань, очень легкая. На футболке вот здесь подгибы, и они пришиты вот так, да, вы видите. В нескольких местах вот так подхвачены. В принципе, они не разгибаются. Да, смотрю сейчас в камеру. Ну, действительно, какое видео о домашней одежде без кота? Правда, как без него, как без нашего кефирчика? Итак, дальше. Единственное, что я заметила вот в данной футболке, вот эта вот милая, веселая надпись, она сделана как наклейка сверху, такая резиновая. И мне кажется, что в процессе стирки, эксплуатации эта наклейка потрескается, потому что я вот так вот порастягивала, и вот тут где-то как раз вот на глазу, сейчас я покажу вам, лопнула. Так, так вот, видите, да? Лопнула вот эта наклейка, и я так думаю, что в принципе будет лопаться. Ну, если честно, это домашняя одежда, домашняя пижама. И если тут что-то немножко полопается, меня это тоже не расстроит. Главное, что приятная-приятная ткань, и мне очень нравится фасон. Давайте я покручусь, да, чтобы вы посмотрели вот спереди, сбоку, со спины. В общем, вот так. Если вы боитесь, что какие-то части комплекта уже разобрали, да, какие-то цветовые решения, то не переживайте, эти вещи прекрасно компонуются между собой. Например, вот синяя футболка прекрасно в комплекте будет смотреться с шортами, лосинами или брюками розового цвета, потому что здесь розовый принт. Или с шортами бордового цвета, потому что на бордовых вещах, да, такой же цветок, белорозово-бордовый, и здесь есть розовое.
Также вот и футболки других цветов, например, розовая футболка с вот этими шортами будет прекрасно смотреться. Я долго думала, какую футболку взять, синюю или розовую, но все-таки решила взять синюю. Потемнее, я люблю вот такие темные, насыщенные вещи. Розовый немножко не мой цвет. Ну, в общем, вот так. Я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Если вы уже заказывали и получали вещи из данной домашней коллекции, поделитесь своими впечатлениями, мне будет интересно почитать, как же вы отнеслись к данным новинкам. Ну, в общем, мне нравится. Да, вот эти минусы, о которых я сказала, они есть, но меня они как-то не расстраивают нисколько, если честно. Вот, поэтому я с удовольствием буду носить. На этом у меня все. До свидания, до новых встреч. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. Пока-пока!